Ты, блядь, вообще охренел? У меня админку верни. А, у тебя еще админка забрала? Нет, блядь. А. Я тебе говорю, админку верни. Ты уроки сделал? Нет. Уроки сделал, я спрашиваю, показывай мне. Я не сделал. Позорище, орешь на весь дом соседей, пожалуйста. Быстро выключай, сказал. Не буду. Мама, не надо. Во что играешь, я спрашиваю? Майнкрафт. Все, я удаляю. Так, все, удаляю твой Майнкрафт. Достал меня. Корзину очистить, все. Мама, зачем? Мама. Все, доигралась, я тебе отказала. Последняя была твоя игра. Мышку сказала, отдам мне быстро. Телепортируйся к Гриферу. Пока он не видит, отключи себе префикс. В чате вам будет написано, что префикс спрятан. Ну или установи себе любой другой префикс. Выглядеть это будет примерно вот так. Залезь в абсолютно любой приват. Увидь у Грифера кучу алмазов. Сеть ему все сундуки. Затем убей Грифера. Также ты можешь посадить в тюрьму этого Грифера. Его будет охранять прекраснейший вахтер. Потом напиши на весь сервер, что Грифер находится в тюрьме. Затем наблюдай, как все его унижают. И мы добавили супер возможность владельцам сервера вычислять IP Грифера при помощи команды Voice. Прописав эту команду в чат, вы сможете узнать, где живет Грифер и троллить его. Поэтому, если вы хотите снимать ролики Анти Грифшоу для своего канала на Сежукрафт, тогда становись владельцем сервера на Сежукрафт, на котором как раз действует скидка, и ты сможешь снимать ролики Анти Грифшоу для своего канала. Ссылки под видео. Дорогие друзья, вы видите это? Посмотрите. Я работаю в качестве приманки. Я типа игрок, который просто добывает. Посмотрите, у вас было такое чувство, когда вы что-то типа якобы добываете? Допустим, земельку или еще что-нибудь. И какой-нибудь владелец сервера по типу него, у него префикс консоль, он сам себе такой префикс сделал. Он приходит сюда и начинает наблюдать. У вас очко сжимается? У меня да. Мне кажется, что сейчас мне кто-то что-то сделает. И вот он так наблюдает за мной уже минут 5. Я сначала пытался снимать, он ничего не делал. Но я еще раз снимаю, иначе там бы кадр вышел долгий. Мне кажется, он что-то сделает. Мне кажется, он что-то сделает. Он какой-то странный. По пушка 22. Он странный очень. Если что-то будет, я сниму ролик. Я то есть я просто стою с ним сейчас, добываю дерево. И я реально боюсь. Мне кажется, он что-то сделает. Я прям его боюсь. То есть я ему еще пока не писал, но он какой-то молчаливый. Смотри. Опа! Опа, видели? Опа, видели? Он вырезает! Он не дает, он издевается надо мной. Посмотрите, он вырезает у меня, вырезал здесь деревья. Он не хочет, чтобы я добывал. Давайте сразу мы напишем, тебе что надо. Смотрите, напоминаю, а, он ржет, смотрите. Наживую снимаю, отвечаю, наживую прям. Мне кажется, сейчас это очень прикольно, когда я притворяюсь обычным игроком. Мой ник Персик, Пума, вообще какой-то левый. Чтобы ты нахер умер. Понятно, вот что он мне пишет. Ну все, поймали наживочку. Попался чувачок. Кстати, он прописал себе префикс консоль. У нас такого нету, но он купил себе владельца сервера и прописал себе префикс консоль сам, вот сам он захотел. И типа обычные игроки думают, что он давайте напишем, я тебя сейчас убью. Пусть сейчас засыт, типа я его сейчас убью. Он сам себе прописал такой префикс. И он типа думает, что я сейчас буду его бояться. О, материться, ну-ка, что будет делать? Что будет делать? Я все снимаю, он все это видит. Давайте напишем. Ха-ха-ха-ха! Типа. Убил! You died! Вы умерли! Так, смотрите, у меня тут что было? Так, я тут на спавне появился. Все нормально, снимаем дальше. Пишем home. У меня тут свой дом есть. Опа! Появился! Он появился здесь! Ты чего? От меня хочешь? Давайте вот так мы напишем. Ты чего от меня хочешь? Ребята, если вы не в курсе, я пишу с ошибками специально. Мало ли сейчас подумайте, я неграмотный ублюдок. Естественно, мы его лишим привилегии. Забаним. Ну, с какого сунука начнем? Или в скайп пойдем? В смысле напишем ему? Он, видимо, имеет в виду, что он сейчас начнет ломать мои сундуки. Я напишу ему в смысле. Пошел ты нах. Хер, не будем материться. Но мы с вами видим очередной пример, как нельзя себя вести, если вы становитесь владельцем сервера. Так нельзя себя вести. Либо ты мне сейчас говоришь скайп, вот он, ну-ка, либо ты мне сейчас... Либо что ты мне сделаешь? Либо я тебя баню, молодец. Давайте напишем ему, да пошел ты! Ха-ха-ха, не забанишь ты меня. Эй, не ломай сундуки, эй! Хорош, не ломай сундуки, эй! Стой! Давайте напишем ему, не ломай! Типа мы поддались на его удочку! Типа мы боимся, не ломай!
Не бань, пожалуйста. Не бань, пожалуйста. Вот так напишем ему. Не бань, пожалуйста. Смотрите, он что творит. Он ломает сундуки. Он ломает сундуки. Он ломает сунду. Нет, не ломай. Нет, пожалуйста, не ломай ничего. Не ломай. Смотрите, что творит беспредельщик. Скайп. Нет. Напишем ему нет. Типа, у меня нет скайпа. Почему я не иду с ним в скайп? Потому что я... не буду поддаваться на его ловку. Я хочу сделать все как-то красиво. Смотрите, ну все, мы... Улетел! Улетел! Опа, опа, видели, что он творит? Видели? Он начинает подо мной ломать пол! Он начинает подо мной ломать пол! Он, походу, позвал своих каких-то друзей, не знаю, кто это. Еще сюда прилетели. Он писал сейчас все на варп. Что-то он здесь написал, походу, он начал писать от имени сервера, типа, все на варп сюда. И кто-то сюда вот начинает телепортироваться, и они, походу, начинают ломать. Либо это его друзья, я не знаю. Либо это его друзья. Я не знаю, что он сейчас будет делать, но так точно делать нельзя. Сюда прям пришли люди. Подо мной, под... Ой! Опа! Нет, я же почти... Все, меня убили. Ну, это все. Это достаточно основание, чтобы с ним что-то делать. Там пол. Он сломал пол именно там, где мне нужно появиться до... Видели? Он меня забанил. Обозвал и написал грифер. Он меня забанил. Все, дорогие друзья, сейчас будет коллапс. Сейчас я захожу с ника Сержо и просто разношу его, баню его и вообще конец ему и свяжусь с ним в скайпе. Все, сейчас я его разведу. Смотрите, я переспустил лаунчер, выбрал ник Сержо. И вот он, пожалуйста, мой сервер Сержо Крафт. Джойн сервер! Добро пожаловать на Сержо Крафт. Все, не томим. Вот, если кто не верит, вот мой ник Сержо, скин Сержо. Давай, сейчас появится справа табличка, что мой ник Сержо, там тыры-пыры, все такое. Давай, у него ник был, помните, пупсик, что-то такое. Не помню, правда, его ник. Вот его ник был, все, помню, вот я здесь. Сейчас, может быть, если он меня узнает, что я Сержо, то я, это будет хорошо. Привет. Если он узнает, что я Сержо, это будет хорошо. Если не узнает, то тоже хорошо. А ну вот он опять его пишет, Колокомак 185. Или какой, или может он уже другой, я не помню, что он там писал. Но мы сейчас с ним свяжемся, ждем. Да, он был такой один, нетрудно было найти его. Звони. Не берет что-то. Не берет. Алло. Алло. Здравствуй, попушка. 228. Здорово. Как дела? Ты играешь? Смотрю, у тебя префикс, консоль. Ну да, я владелец. Купил, да, владельца? Да. А на какие деньги-то? За моим. Работаешь? Грузчиком. Грузчиком? А тебе сколько лет? 14. Ой, 14? Какой ты взрослый уже. Да, вообще. Слушай, а зачем ты дом вот этот сломал? Так это дом грифера. Дом грифера? А что за грифер? Ты его знаешь, что ли? Ну да, я его забанил с причиной грифер. Ты прям написал бан и причина грифер? Нет, я написал бан, никнейм и грифер. Понял, да. Так, смотри, напиши тогда сейчас сюда в чат что-нибудь, напиши в чат. Так, на спавн. Ты на спавне? Ну всё, да. Иди, тогда. Давай, полетели к тюрьме. Сейчас. Ты же знаешь, где тюрьма, лети сюда. Часто гриферов в тюрьму сажаешь? Ну да, а что? Смотри, вот, просто команда есть такая, знаешь, да? Она доступна только владельцам сервера. Jail, ник, грифер, время. Да. Сейчас, смотри, пробовал кого-нибудь посадить? Ник. Ну, так было дело. Грифер, время. Ой! Ты куда это делся? Ты в тюрьму, блядь. А ты что-то в тюрьму... Я случайно прописал так, что ты в тюрьму сел. А, да? Да, ты случайно, хоп, в тюрьму для меня сел. Прикинь? Ну, не для тебя же, блядь, давай выпускай. Как я не знаю, как... Я знаю, как только сажать. Окей. Подожди, я знаю, как люди могут выпускать, подожди. Да. Ты знаешь, что, да? Ты, блядь, вообще охренел? Ты мне админку верни. У тебя еще админка забралась? Нет, блядь.
Ой, я случайно забрал. Слушай, сейчас я написал людям, они сейчас придут, помогут. Вот, смотри, видишь, в чате пошла команда. Все на варп, Джайл тут Грифер, смотри. Ты Игорь Грифер, Бенилюк. Ты, а, нет, ну смотри, ну все думают, ты Грифер. А ты Грифер, что ли? Нет! Ой, народу, смотри, как много появилось. Что такое? А! Так ты Грифер получается, да? Я тебе говорю, Арминку верни! Да не, нет, не... Ты уроки сделал? Нет. Уроки сделал, я спрашиваю, показывай мне. Я не сделал. Выключай компьютер. Не буду. Позорище, орешь на весь дом соседей, пожалуйста. Быстро выключай, сказала. Не буду. А смотри, я удалю, во что ты играешь? Мама, не надо! Во что играешь, я спрашиваю? Майнкрафт. Все, я удаляю, ты уже выгнала. Мама, зачем? Все, доигралась, это... Мам! Все, я удаляю. Так, все, удаляю твой Майнкрафт, достал меня. Все, удаляю. Картина чистит, все. Ты доигрался. Мама! Все, доигрался, я тебе отказала. Я его кидаю мальчику в зубы, быстро. Ты меня уже достал, все, я удаляю. Доигрался, все, такая мальчика. Последняя была твоя игра. Зачем? Мышку сказала, отдам мне быстро. Беру мышку, мне отдал руки всю. Не доигрался. Я не могу. Что у них там происходит, я не знаю. Давай. Че? Он сбросился. Вы слышали? Мама ему Майнкрафт удалила. Мама ему Майнкрафт удалила. Его мама исполнила мою мечту, то, что я всю жизнь хотел сделать с гриферами, удалить Майнкрафт всем гриферам, она сделала это. Она взяла и удалила ему Майнкрафт. Это было очень угарно. Мама у него шарит, видимо, знает, как удалять. Но сейчас в 21 веке вообще нетрудно догадаться, как что удалять. Все очень вообще просто. Это было угарно вообще, это просто угарно. На одного грифера ставил меньше, и за это я заслужил лайк. За это заслужил лайк. Вообще, я всех жду на сервере. Играйте, знаете, с владельцем сервера. У нас теперь новая команда, которая позволяет вычислять IP грифера. Она называется Voice. Только владельцам сервера добавили такую команду. И благодаря этой команде вы сможете вычислить IP грифера и поиздеваться над ним. Поэтому, дорогие друзья, всем спасибо. Знаете, с владельцем, снимайте IP всех. IP скинут в описании, всех жду. Играю часто на сервере, всех жду. Бесплатную админку получаете. Всем пока, было угарно, очень весело. Всем пока. Дорогие друзья, если вы, конечно же, хотите получить админку абсолютно бесплатно на нашем сервере, или даже основателя сервера, просто пишите команду в чате free, заходите на наш сервер и смотрите, что вы можете бесплатно получить донат за время и донат за убийство. Донат за время можно получить випку, админку или основателя. Нужно всего лишь отыграть пару часов. Лично я сам отыграл уже 656 часов. Это 3 раза больше, чем вот самая крутая привилегия. Также можете получить бесплатно админку за убийство. Вам нужно совершить 20 убийств, чтобы получить ключик от кейса, из которого может выпустить VIP, премиум, креатив, админ, суперадмин или основатель сервера. Сейчас в эти дни действует огромный процент выпадания основателя сервера. Играйте, убивайте на PvP игроков, набивайте часы, получайте бесплатные админки. Это ли не чудо? Поэтому, друзья мои, сейчас нахожусь на сервере Сержу Крафт. IP в описании ролика. Просто заходим и пишем команду free и получаем бесплатный донат. Всех жду на сервере. Вот я на спавне. Всем спасибо, всем пока, друзья.